Друзья, всем привет! Сегодня хочу попробовать первый раз в своей жизни рассмотреть дело патруля, вынести свои вердикты, так как количество читеров в Dota 2 увеличивается, они нам нахуй не нужны, поэтому будем банить этих мудиней и чтоб им там в этом ЛП или куда их там отправят, сиськи им там раздербанили. Вот, так что, вот, дело патруля. Патруль позволяет сообществу Dota 2 саморегулироваться, давая достойным опытным игрокам возможность рассматривать жалобы на препятствия игре или читерство, оценивая их справедливость и выносить вердикт. То есть, Dota 2 ценит то, что я у нее есть. Ну, ясен хуй 7200 мэра. Пришло новое дело на рассмотрение. Загрузить запись, чтобы начать. Давайте загрузим запись. Загружается довольно-таки быстро. Просто... В качестве интереса попробовать себя в деле патрульщика. Да? Так. Так, а пока загружается запись, она загрузилась. Хочу попросить вас подписаться на канал, поставить лайкос туда вот прям с двух ног. Сможете прям двумя ногами на мышку положить и нажать. Хуй кто сможете. Школу байтов я заканчивал в том году. И... Кайф есть, там ссылка на Twitch, туда тоже фоллов. Ну там можно просто рукой, ладно, пацаны, пощажу вас. Так, рассмотреть дело, все, хорош пиздеть, Кирилл, хорош пиздеть. Да баншу посмотрим, банша у нас с зелеными руками и зеленой головой. Потому что что? Потому что правильно, потому что она вся сама зеленая. Что нужно? Возможно, рассматривать жалобы на других участников игры, пожалуйста, сосредоточенный герой, указанном выше. Нюкс. Ассасин. Умышленной смерти. Так, ну я готов. Так, смотрим. Первый момент. На него пожаловались то, что он умышленно дохнет. И... Смотрим. Смотрим за этим парнем. Ну пока ничего такого не вижу. Он стоит, просто бьет крипчиков. В принципе... Я даже не понимаю, за что на него кинули репорт. Команда 24-3 выигрывает. Ну. Ну и в чем суть? Где? Что это? Что-то тут походу, да? Давай следующий фрагмент. Ну. Что ему не нравится? Что-то парня, походу, просто вынести вердикт. Ну, здесь сразу не видно, мало доказательств. Невиновен. Вынести вердикт. Ну, парень ничего плохого не сделал. Парень молодец. Как бы просто так пиздеть на них мы тоже не будем. Следующее дело патруля. Давайте, я надеюсь, будет что-то поинтереснее. Это как с кейсками. Спонсор видео Липецкая Росинка. Это как с кейсами. Ну, так же. Что-то выпадет или не выпадет, интересно. Смотрим следующего человека. Игрока. Что, опять у нас банша. Она опять зеленая. Ничего не меняется. К ней нужно рядом угрмага. Он синий. Они будут нормально. Препятствие игре Легион Командер. Смотрим. Ну, она в таверне. Все, я понял. Ну, простите, я первый раз этим занимаюсь. Не шарю. Ну, типа... Она сдохла. А как она сдохла? Блять, я не могу найти. Она отдала дуэль с этому. Нет. Да, отдала дуэль. Ну, это был хуёвый мув, но в этом ничего такого не вижу, да? Испугался парень, неопытность. Он это не специально, однозначно. Ну,
Он это не специально. Так, следующий момент что? Опять Лего сдохла. Это, я так понимаю, что-то снайпер на нее бузит, мне кажется, да? Ну, смотрим, что. Смотрим, смотрим, смотрим. Пошла. А. Да, вот таких вот ребят, конечно. А, и там он тоже. Там он тоже тупо в холостую пошел и сдох. Парень тильтанул. АФК долбит лес. Ну, это нормально. 56 дуэль на 32 минуте, парень, конечно. Ну, бывает всякое, но вот это вот уже, да, я видел то, что он там тупо специально пошел на фидел. Я видел, что он там тупо пошел на фидел. Ну, тут он тупо из-за того, что он фармит АФК лес, ничего не делает, вынести вердикт. Препятствие игре ставлю виновен, тут не виновен. Читов нету, а то, что пошел тупо фидить, виновен. Все, я молодец, спасибо, пожалуйста. И я думаю, крайнюю игру в этом видео мы рассмотрим. Давай. Загрузка, 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 загрузка. Загружается довольно-таки быстро. Крайнюю игру в этом видео мы рассмотрим. И если вам понравится это видео, или вы захотите что-то еще, чтобы я искал уже в следующем видеоролике какие-то моменты поинтересней, да, то вы об этом обязательно пишите в комментарии. Я все читаю, всем отвечаю, всех люблю, целую, в попу обнимаю. Вот, и сделаю еще что-то подобное, или если есть еще какое-то желание увидеть что-то, можешь также написать в комментариях. Я что, я только за. Скрипты или читы, во, вот это уже просто на мартре читы, на что? Ну, ладно, сейчас посмотрим, смотрим. Здесь уже нужно понимать. Пиздец, он три клинка дал. Причем вижен. Блять, что? Что на него наехали? В том моменте вообще ничего не было. Вот вообще. Фармит крипов. Кор фармит крипов. Что вам не нравится? Radiant's bottom tower is fading fast. А, здесь есть вот перемотка следующей, предыдущей. Что? За что им? Ну? Ну, кор фармит, 16-я минута. Что вы ему репорт-то кидаете? Ну, бежит помочь даже. Ну и в чем проблема? Все нормально, я не вижу ничего вообще. Ни подозрительного, ни этого. Так, следующий фрагмент ставим. Ну. Ну, это, скорее всего, кидали противники, но я не вижу здесь вообще ничего. За что? Нет. Вынести вердикт. Невиновен. Невиновен. Все. Че получается? Я этот... Правосуд! Ну, потому что молодец, Кирилл. Так, ну а что, на этом получается все. Спасибо, если то, что посмотрели видео. Также напомню, что если понравилось, не понравилось, вообще, все что угодно, хоть то, что этот, свое думайте, в комментарии ляпнули. Да, нормально. Все. Пока. Follow и этот, ой, как его, follow на Twitch, лайк сюда, подписку сюда. Все, спасибо.